Осталось всего менее 5 дней до инаугурации президента и назначения председателя правительства Российской Федерации. Что ждут рыбаки от этих двух событий? Ну, во-первых, мы ждем, что правительство будет сформировано. Во главе ведомства, как бы оно ни называлось, а это последнее нам не безразлично, будут стоять профессионалы, те, кто оправдал себя за прошедший период работы. И мы все-таки верим, что новый председатель правительства представит кабинет министров, в составе которого будет Министерство рыбного хозяйства Российской Федерации. Тем более, что это наказ съезда рыбаков, который состоялся в этом году в преддверии и выборов президента, и выборов в Государственную Думу, ведущие и направляющие наши силы «Единая Россия». Мы надеемся, те, кто за них голосовал, не разочаруются и будут ждать вот эти два важных события. Мы также ожидаем, что будет сокращено количество контролирующих органов, а органы рыбоохраны от пограничников перейдут вновь к Министерству рыбного хозяйства Российской Федерации. И, наконец, мы надеемся, что будут окончательно урегулированы вопросы рыболовства в районе Шпицбергена, где мы с норвежцами совместно должны найти такие правила игры в этом районе рыболовства, которые послужат примером для рыбаков других стран и полностью исключат нарушение правил рыболовства, и в свою очередь ни одно судно за прошедший год не будет насильственно конвоировано в норвежские порты и рассмотрено в судах Норвегии. На соседи должны находить взаимоприемлемое решение. Надеемся, все это сбудется буквально в ближайшие дни.